Здравствуйте, друзья. Вот, смотрите, очень характерное видео. Наша, так сказать, коммуна. Мурочка тут, видите, серенькая. Это вот эта Венера, вот эта Венера, а вот это Мурочка. Кормит всех подряд, и своих, и венерных. Сейчас Венерка тоже будет под всех подряд кормить, своих и Мурочкиных. Видите, вот это что с беленьким, это венерных. Похоже на Венеру. Это Мурочки своих и чужих кормит. Все же запутались давно, дети и котята. Это живем коммуной. И Мэри еще черная есть. У нее еще один котенок остался. Маленькая, ну как она против этих большая, конечно, но все равно маленькая Маша. Тезка я, Мэри и Маша, это по сути одно имя. Мария. Так вот видите, какая коммуна. Бедная. Тяжело, конечно, бедной Мурочке. Ну так точно так же бывает, что и Венера кормит, точно так же бывает, что и даже Мэри. Вчера Мэри все обсели, все. Не все, кроме, ну, Мурочкины были закрыты уже в ящике, они ночуют в ящике, но в сарае у меня. Я их вывел просто выгулять. Четверо котят Венеры и одна же ее дочка родная, Мэрина дочка Маша. У Мэри сиську сосали, 5 сисек сосали. Вот, а теперь видите, что творится. Замучили бедную кошечку. Ну, а такая вот коммуна. Все всех кормят и все со всеми дружат. Ну, когда едят, тогда, конечно, лапы могут и по носу получить. И когда едят, они за еду, они ой-ой-ой, как бьются. Даже со взрослыми. Вот такие вот у нас истории кошачьи.